Ну вот где можно жить в Лимассоле. В Лимассоле вообще цены, конечно, в самом городе лучше жить, красивые набережные, рядом расположен пляж, рядом расположен старый город. Если вы будете жить в районе набережной, это будет очень здорово, потому что у вас будет до исторической, два центра близкое и близко до пляжа. Но цены в 2-2,5 раза дороже. Вот есть такой деревня Гермосоя, 5 километров от Лимассола. Многие туристы живут здесь. Сразу скажу, вот у нас Paradigm Apartments. Плюсы. В принципе, плюс, самый главный плюс, цена. В 1,5 раза меньше, чем во всей остальной деревне. Ну и тишина, вот такой вот вид вы видите с балкона. Ну и бесплатная парковка, бесплатный кондиционер, холодильник. Ну, в принципе, тихое место, уединенное. Просто хотелось в Ларнаке, и в Анапе жили в центре. Хотелось где-то в тишине пожить. Но мы на машине сразу, если вы пешком, вам идти до моря, километра 2, минут 15, и надо вон туда далеко переходить через автомагистраль. Не вариант, если вы пешком. Опа. Ну, начнем осмотр. Вот кондиционер сразу, он старый, и самый главный минус, который меня убил. Вот у вас такое ведро. Хотя, может, это только в одном номере. Кровать вроде бы новый, но скрипит. Телевизор есть. Холодильник старенький, работает, в принципе, никаких вопросов. Есть шкаф. Вот ванная. Ну, в туалете вода смывается, то есть два раза надо смыть. Ванную комнату, умывальник, например, вроде есть умывальник, но вода уходит долго из раковины. Ну, вот какие-то такие мелочи. Кстати, вид из ванной. То есть сразу для постоянного места жительства я вам не рекомендовал бы, если вы ищете недорогое жилье или ездите на машине, чтобы остановиться на пару дней. Ну, на день даже, то бюджетный вариант. Ну, сразу скажу, я не буду останавливаться, мне что-то здесь, конечно, больше всего убил от кондиционер, который прям выходит в комнату. Не знаю, я, наверное, больше не стал бы здесь останавливаться. Но, как вариант, на ночь переночевать, и чтобы у вас обязательно была машина. Вот, кстати, есть, не знаю зачем, в апартаментах, кстати, достаточно большие по площади, хотя нету газовой плиты, но есть вот раковина. Ну, в принципе, все. Ну вот, где еще можно жить рядом с Лимассолом, район Парикиси. Здесь как раз туристический район, такой обустроенный, есть велосипедные дорожки, отели. Ну, кафешки, куда можно сходить, аренда машин. Такая красивая туристическая зона. Находится в 12 километрах от Лимассола. До Лимассола из Парикиси, из Гермесои. Можно добраться на автобусе. Вот там, видите, впереди автобусная остановка. Все автобусы практически идут в Лимассол. Увидите, на всякий случай утащите, но практически все. Вот, наверное, идеальное место, если отдыхать, это жить в Парикиси. Я вам скину отели, которые здесь расположены. Такая красивая туристическая зона. 12 километров от Лимассола. Отсюда 10 километров на пляж Губернатора можно съездить. То есть пока взять машину, покататься в округе, доехать до старого города. Можно на автобусе доехать, вон люди ждут автобус. Вот, наверное, идеальное место для цена-качество. Для отдыха. И спокойный, размеренный отдых, красивая прогулочная зона, можно покататься на велосипеде, велосипедная дорожка, и буквально в 12 километрах от города. И много туристов, есть меню на русском языке, много уже русских встречается достаточно. Такая курортный городок. Вот, я вам еще запишу вход в кафе.
Вот такой очень красивый. Растет виноград. Кстати, очень вкусный. Мы взяли, нам очень понравилось. Ух ты, чуть не упал, можно попробовать. Вот такая красота. Сейчас я вам скажу название таверны, которая, кстати, закрыта, открывается 7:30 и закрыта в воскресенье. То есть именно здесь посидеть уютно вечером. Если хотите, зайдите. Вот название. Лефтерис Таверна. Ну, на главной улице Гермасои. Welcome. Именно не туристическое место, а все правильно. Тут даже нет меню. Люди спрашивают, что вы хотите заказать. Мы посмотрели, что едят местные киприоты и заказали именно для отдыха местных людей. Действительно национальный красивый стиль.